друзья! Мы сегодня продолжаем нашу постоянную рубрику «Соревнования Хофелов». И это третий выпуск октября. Как вы помните, у нас сейчас идет месяц февраль. И мы сегодня достаем последнюю машинку из Five Pack февраль. И вторая у нас уже будет не из этого набора. Итак, приступим к обзору. И первая машинка — это Ferrari FXX. Это машина разряда гиперкар. У нее очень интересная история. Начнем с того, что Hot Wheels выпускала эту машинку с 8 по 13 год. А в реальности эта машина выходила с 5 по 7 год. Ну, теперь об интересном. Эта машина создана специально для езды по треку Ferrari Fiorino. То есть вы покупаете эту машину за 2 миллиона долларов, и компания Ferrari оставляет у себя ее на заводе. То есть домой вы ее забрать не можете. И ездить на ней можно только по специальному треку в специальные дни. Происходит это, конечно же, в Италии. Ну, машина 12-цилиндровый двигатель. Располагается он сзади машины посередине и развивает мощность 789 лошадиных сил. FXX — это первая машина в подобной серии. И затем идет Evolution и FXXK. Это такие вот странные названия. Машин выпустили всего 30 штук. И последняя машина была подарена знаменитому Михаэлю Шумахеру. И в тесте Top Gear эта машина заняла самую верхнюю строчку. Переходим к следующей. А следующая машинка — это Ferrari 458 Италия. Начали ее выпускать в 2009 году по нынешнее время. У нее очень классные показатели. Но при том, что у нее 8-цилиндровый двигатель объемом 4,5 литров, выдает он мощность 570 лошадиных сил и разгоняет машину до 325 километров в час. Двигатель также расположен сзади. Сзади у нас тоже получилась такая прикольная мордашка. Машину также показывали в передаче Top Gear. И она показала весьма классные результаты. Также эта машина засветилась в фильме «Трансформеры 3». То есть один из трансформеров был Ferrari 458. Италия. В общем, вот такая прикольная машинка. Итак, третья пара — это FXX и 458 Италия. Голосуйте, кто будет победителем. Мы напоминаем, что мы в этом месяце разыгрываем вот такой вот автобус. И он отправится тому, кто угадает, какая из 8 Феррари станет победителем месяца. Спасибо, друзья, что смотрели наш обзор. Надеемся, что вам понравилось. А пока подписывайтесь и ставьте ваши лайки. А пока-пока!